Станислав Горишин пришел на службу в 37-ю пожарную часть совсем недавно. Несмотря на это, молодой человек каждый день совершенствует обязательные качества профессии – храбрость и выносливость. Немаловажной составляющей является физическая форма, которую огнеборец еще с юности поддерживал занятиями в различных спортивных секциях. Его достижениями является звание кандидат в мастера спорта по полиатлону и первый взрослый разряд по лыжным гонкам. В 2009 году я поступил в машиностроительный колледж на специальность пожарной безопасности. По 2013 год я обучался в машиностроительном колледже. Да не сложно было, потому что я еще с детства хотел тоже, считай, пойти примерно по такой профессии. И о выборе не жалею. Видел красно-белую машину постоянно. Я считал таких людей очень героические, которые они сами лезут в огонь. Морально подготовленными видел в них. Поэтому пошел по этим тоже. В 2014 году, считай, я устроился в пожарную часть. Первый день мой, наверное, я пришел сюда. Но так я проходил здесь практику еще, мне было уже полегче. И коллектив чуть-чуть мне был уже знаком. И, ну, коллектив мне помогал. Станислав Горишин понимает, какую несет ответственность, ведь он осознанно связал жизнь со столь серьезной и опасной деятельностью. Для пожарных тяжелые физические нагрузки не так страшны, нежели эмоциональные переживания во время ликвидирования возгораний, спасения людей, ведь в такие моменты события развиваются непредсказуемо. Надолго останется в памяти Станислава Горишина его боевое крещение, первый выезд на тушение пожара, где в опасности находилась жизнь далеко не одного человека. Первый серьезный выезд у меня был, наверное, в село Энергетик. Горела квартира, самое такое эмоциональное, потому что не выезжал никуда, ничего такого не было у меня. И адреналин, наверное, выплескивался у меня. Думал, мне коллектив, наверное, больше мог морально. Когда мы поехали по дороге, мне они говорили, с чего начать, кому что помочь. Эти, наверное, меня поддерживали. А сейчас, наверное, уже подготовился морально к этому всему. С первых месяцев работы в 37-й пожарной части Станислав Горишин показывает себя лишь с положительной стороны, говорят коллеги. Он уже входит в сборную отряда по пожарному прикладному спорту, поэтому неудивительно, что о нем лестно отзывается братство пожарных, готовых рисковать своей жизнью ради жизни других. Станислав, перейдя в пожарную охрану именно в ПЧ-37, показался общительным парнем. Общение здесь нужно, потому что как бы здесь сплоченный коллектив, то есть дружный. Выезжая на пожары, то, что мне понравилось, конечно, то, что он общительный человек, потому что, выезжая на пожары, здесь каждый прикрывает то, что спину. Здесь работа командная, и здесь как бы невозможно работать по одному. В принципе, парень очень сразу бросается в глаза, парень энергичный, спортивный. Спасти и помочь – эти задачи ежедневно стоят перед молодым человеком и его коллегами. С одной из самых сложных профессий мира, но в свою очередь безгранично благородный, связал жизнь Станислав Горишин. Анастасия Кайгородова, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».